Как понять, что идет от души? Есть ли какое-то правило? Я попробовал это решить. И кое-что вышло. Знаете, если попробовать жить с одним простым пониманием, никуда не нужно спешить. Сбываются все желания. Мозг порой кричит: этого нет в сценарии, и заслоняет лучи туманом негодования. У следствия много причин, и большая часть тайные, но в итоге все кирпичи построят огромные здания. Внутри каждого есть ключи к настоящему созиданию. Словами внимание. Так что же идет от души? То, что не вычеркнешь маркером. Если можешь не писать, не пиши. Проверяю это на практике. Стихи вам тоже это нравится. Как просто ухаживать. Короче, длиннее. Что значит слово, короче, вообще не понимаю. Говори его. Есть у меня книжка с собой. И желание поиграть с вами в какую-то игру. И нежелание знать, какой будет следующий стих. Окей? Я сейчас буду вот так вот вращать странички. А вы в какой-то момент все дружно и вместе крикните слово... Трансгрессируем! Вы знаете это слово? Потрясающе! Трансгрессируем! Если вы не знаете, это простое обычное силовское слово, то добро пожаловать на экспресс-курс по магии. Подготовительные в Хогвартс сегодня проходим здесь. Если вы слишком взрослый для этого, то я вас поздравляю. Сейчас можно... Ну, вас вообще даже не видно. Все хорошо. И будет так громко, что даже слышно не будет. Можно крикнуть, можно позволить себе быть собой. Можно не кричать, если не хочешь, но это просто весело сделать, окей? Вот, я не буду даже как бы на том акцентировать, просто буду закручивать странички, а вы громко все, кто захочет, крикните, окей? Трансгрессируем, обожаю свою жизнь. 3, 4! Трансгрессируем! Прикинь, стих называется «Тишина». Опа! Тише, 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 тише. Чем ты тише, тем ты ближе. Когда разум неподвижен, ты не выше и не ниже. Ты не лучше и не хуже. Видно звезды через лужи. Когда тих и простодушен, все твое. Моря и суши. Где бы ни был, всегда рады. Ведь не в поисках награды, а сиянием поддатый открываешь им врата ты. Тише, 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 тише. Суета в уме излишек. Только тот потоком дышит, кто ответы взял не с книжек. Громче всех твоих страданий в этом мире лишь она. Все звучанье мироздания умещает тебя.